Всем доброго утра. Сегодня у нас последний полный день в Анталии. Завтра мы вечером уезжаем, улетаем домой. Прошел дождь сейчас. Посмотрите, какое небо. Черные тучи, но светит утреннее солнце. И вот я хочу показать вам вот это. Какие тучи. И как вот там вот выглядят горы. Смотрите, какая красотень. И только что здесь была радуга, но она исчезла. А вот оно, солнышко. Видите, дома уже солнцем освещаются. И вот такое чернющее небо. Остатки дождика еще капают. Сосиски и яйца, да, и марта, угу. И бюрек. Сосисочки. Угу. Помидорчики. Гинайды. Два. Угу. Булочку. И все. Мы пришли в отель. Вот такой Данер опять купили. Я уже показывала. Мы покупаем такой Данер. Один теперь покупаем. Один раз купили. Два. Чуть не умерли, обожрались. Берем один. Они нам разрезают сразу же. Пополам уже нас знают. И это. Едим. Вот так вот пакуют нам. Получается, один донер стоит 15 лир.